Здравствуйте. Вы на канале Новости БП. Президент Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу недавних событий в поселке Пиджим Алматинской области. Произошла банальная групповая драка в школе. Это недопустимо. Получение травм учащимися в стенах школы – это серьезное ЧП, возмущение наших граждан вполне обосновано. Далее произошла хулиганская выходка молодежи. Но такую реакцию можно и нужно было предвидеть и упредить. Однако этого не было сделано, сказал президент. По его словам, в информационном пространстве данный инцидент приобрел ярко выраженный межэтнический окрас. Никакого межэтнического конфликта не было. Но определенные группы провокаторов и недоброжелателей нашей страны разукрасили этот инцидент именно таким образом. Со стороны правоохранительных органов, как и со стороны администрации президента, каких-либо мер в отношении таких провокаторов не предпринимается, что удивительно. Мы же должны реагировать. Эти провокаторы наносят самый серьезный ущерб национальной безопасности нашего государства. Поэтому из этого инцидента мы должны сделать правильные выводы, подчеркнул глава государства. Президент указал на необходимость укреплять в обществе традиции дружбы и добрососедства представителей разных этносов и конфессий, выработки алгоритмов реагирования на подобные инциденты. По его словам, любые проявления и действия, направленные на подрыв единства нашего народа, на нанесение ущерба национальной безопасности, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, будут жестко пресекаться правоохранительными органами. 27 октября в поселке Пиджим Алматинской области случился конфликт между учениками 9 и 10 классов в школе имени Абдуллы Розыбакиева. Один из мальчиков сильно пострадал во время драки. По словам акима Панфиловского района, он упал и ударился головой. После в соцсетях стали распространяться видео, где толпа людей вышла на улицы. Люди разбивали окна ограждения домов местного населения. Также тогда пострадал второй человек, мужчина 53 лет.